Кобальт, ёбаный в рот. Ну, кобальт его. Кобальт, говорит. Хохол хули, блядь. Так, я тоже хохол. Какой ты хохол, ты вон хрустишь неправильно. Я тут пивко пью на расслабоне. Хохлы с закрытым ртом хрустят. Я 1500 потратила, 300 качнула. Это на чё, блядь? Я сейчас маховой агат нахуй купил, у меня, блядь, 1000 отлетело нахуй. Как она до 300 качает? Это что за профа должна быть нахуй? Может, са не надо, блядь, раз са все КД повешали, блядь? Не вешай специально. Мне русский. В смысле не надо? Я бы пошел, блядь. Почему не надо-то? Вот смотри, следующее КД, они открывают хранители, так? Так. Наверное. С хранителей падают токены, так? Так, нахуй. Их надо где-то обменивать, так? Так, блядь, нахуй. Ну и... Получается, со следующего КД, нахуй, они должны вести как и босса в склепе, так и НПС, чтобы обменивать эти заготовки, нахуй, токены. Что они сделают, хуй их знает, нахуй, мы... Посмотрим на это, блядь. Ты заебал нахуй, захуй, давай не нахуй. Девушки сидят, слушают, как ты нахуй, захуй. Так есть такое, это, такая функция мут, допустим. На сегодня дать мут человеку. Дать мут этому пидору, да? Да. Дискорд, и просто заглушить человека, и все, и проблема решена. Вон у нас, блядь, тогда на X2 это была Эвинар, нахуй, Алиса. Ебать, я ее просто в чат скинул сразу везде, нахуй. И не слушал. Вообще неадекватная. Да, блядь, я не знаю, что у нее за микрофон. И она сама по себе какая-то пизданутая, нахуй. У нее просто тарахтелка не останавливалась. Я ее один день послушал, она больше с часа не выходила, нахуй. Мастер войны, блин, нихуя себе, чё это? ПВП? Честерс, ты же тут? Ну, я ж с тобой разговариваю. Я, блядь, забыл, с какой ты ги? Ты же с Global Underground? Ну да. Получается, мы только в глобалах познакомились, а там просто еще одна ги была. Там, короче, в ги РЛ был Onlyx. Знаешь такого чела? Onlyx. Да я не помню, уже сколько лет прошло. Я туда захожу, хлама просто, и в чате переписываюсь с ребятами. Пиздец, меня всегда бесило, что вот ГМ этой гильдии всегда бухой нахуй приходит релить. Егор? Да, я знаю. Какую хуйню несет, ёбаный в рот, блядь. Так он сейчас на Сирусе играет, на X2. Как всегда бухой, релит. Ну, все убивается. Ну, бля, ну он рел охуенный, я тебе серьезно скажу. Меня просто всегда бесит, когда в Дискорде, знаешь... Да хуя пиздят, когда флуды, да хуя, меня это прям раздражает. Мне у нас просто... тишина всегда, ты что гонишь? У нас нету именно флуда. Мне прям хочется Дискорд сразу закрыть, нахуй. Ну это когда в рейде. Когда вне рейда, похуй. А когда в рейде, флуд какой-то, блядь. Каждый рассказывает, кто где пивко вчера попил, какая-нибудь такая залупа вообще раздражает.
Блять, уже Юва 150, нихуя. Я тут по гайдам качаю ее. О, мифрил, нахуй. Пизда, голдишки. А там так 150 голды стоит, мифрил. Я сейчас сам остановился на мифриле. Даже все саука, а науки цены непостоянные. Сегодня мифрил, блядь, 10 голд за штуку, нахуй. Завтра он 50 голд за штуку. Ну это просто примерно, я сказал. Этот аукцион непостоянный. Так что ты это, блядь, я тебе колоду дам на инту. Я бы мог взять на силу и продать за 40к, ну похуй. Сука, тебе как, блядь, это. Сделай мне как в натуре друг. По-братски, блядь. Как другу, нахуй. Инту дам, ебать. Инту, короче, дам. И за нее 15к, договорились? Потом как сможешь, нахуй. Да я так уже буду 25 торчать. И войду. Ой, ебать. Сука. Работай, бля, ебать. 30к, ебать. Хорошо, хорошо. Пиздец, ну ты даешь. Нет, фармить, фармить можно изи, блядь, на руде, либо на траве, лучше на траве, она дороже. Сейчас начну, я аж как раз уже курку качал, руда хорошо сейчас сыпется. Сейчас докачаю инжу и все. Да это надо докачать все, блядь, горное и травку на друиде. Он же не спешивается с птицы, блядь. Или руду он спешивается, а траву нет, я не помню. Траву точно, короче, в птице изи. На траве бабки поднимешь. Мне надо сначала трава, качать тем более, друида, трава дороже, чем руда. Качать друида, потом качать травку. Ты знаешь, сколько времени займет? Я за это время могу качать себе кузню и инжу. И еще я был 16-м левелом ровно вот сейчас. Короче, ребут был, откатился серф. Плюс вот это выходные баф. Плюс фласку я выпил. Ну, блядь, за час я уже был, наверное, 60-м. И может еще минут 30 потратил. И вот я фласку попал, типа донатил, да? Нет, там фласка уже бесплатно дается. Они сумки лили, у меня вот сейчас 6 фласок, нахуй. Я одну выпью, я 80, а у меня останется еще 5 фласок ненужных. Друидов качать 2 часа делов. Просто надо 5к найти на птицу нормальную, чтобы не летать, как Карлич. Так, друид же, он... Тоже надо 5к, что ли, на друида птицу? У него же форма птица у друида. Форму лоховскую ты купишь, да? А заебатую денежку плати. А-а-а. Ну, 150%, блядь. Ну, это да, а потом надо платить. Тут спрашивают, мы еще долго? Моя. Сколько времени, короче, сколько времени на РТ примерно уйдет? Так, я око с пулями закрыл, у меня же уже есть шея на ДК. Хули вас пока дождешься нахуй, с пугами быстрее закрою. Еще надо уйду десятку до закрывать, там первый босс КД, кому первый босс нахуй не нужен, можно собрать десяточку завтра. Ну хули РДД пати найду. Ну, либо кто-нибудь из милигов пойдет, сделает, и сделаем вид, как будто Трини не падала, нахуй. Ну да, я же сижу в рейде. Да еще вон, 3 слота же, не? Ну, я пока вон мифриловую филигрань сделаю, нахуй. Ебать название, конечно. Слушай, остатки останутся, скинешь мне, пожалуйста. Ну, этот мусор. Могу кинуть, ну,
Тебе скорее останется, знаешь, мусор не сами, ну, не слитки, короче, а вот это вот с Ювы тебе надо? Не, без... не, ну, именно, мне Юва... Ты что качаешь? Мне надо на кузню и на Энджу, понял? Руда. Любая. А, я по гайду делаю, вот мне просят, типа, сделать 55 штук, я их и сделаю 55. То есть лишние останутся сами, может быть, реги, но никак не слитки, короче. Ну, ты сейчас Юву качаешь, да? Да, тут по гайду пишут, сделайте 55 штук, они вам еще понадобятся. Не, мне, я, у меня его фул. Я думал, ты кузню качаешь. Ну, я их короче, смотри, если руда останется, если какая-то руда, начиная там с Мифрила и до Тории и выше, то кидай. Смотри, гайды тоже особо не... Не верь прям каждому слову, там сам тоже смотри на цены, потому что иногда дешевле. Ну да, да, я бывает это, у меня еще аддон есть, я смотрю, как бы я не дурачок, особенно с КЖ-вкой я прецов 10 своих покупал на ауке, правда. Чем, блядь, по гайду там ебать тонны голды надо. Я уже качал эти профы ДКшкой, мне просто палом надо все это качать. Че, перекупал ее? Не бабиза. А Гнидыч в рейде сейчас у нас? Гнидычу спасибо за эти, за камушки. Он мне там по почте кидал. Да он кинул один алый рубин, три изумруда и два топаза на триньки, короче. Хотя на ауке они вроде мало стоят, но кратный дорогой стоит. Этот аук цены гнет, я ебал. А кто танк, я не могу понять, что вы творите? Да вот, не может фулл рейд собрать. Сейчас перед боссом будет все равно собирать. Кто-то торопится, блядь. Вот перед боссом, когда будете добирать, тогда я и зайду на ДК. А че вы первого босса не стали бить в ХМ-моде? Серф поронять, это, блядь, понятное дело же. Так она легкая, орбитафия. Просто объясни, главное, что делать, и все. Да, 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 да. А в десятке они есть. Это такой прикол у еды. На циркуле их вообще не было, а тут хотя бы в десятке есть. Ну, жаль, что для 25-ки нет, конечно. Плюс 4. Кто-то говорит, что сейчас льда плюс 4, первый босс легкий. Ну да, в десятке. А чё, нет? Ну, и две гильдии закрыли всего. Плюс 4 конкретно. Просто никто не хочет заморачиваться, блядь. Вон я тогда десятку водил. Воет этим был. На стриме, короче, просто смотрел. Мы больше половины снесли, мы, блядь, один трай сделали, мы больше половины снесли. Ну, больше половины, а потом это потому, еще начинают. Это потому что я стаки не проебал с челом. А вот ты расскажи всем, что делать, она легкая. С ним.
Вот как убьете, тогда говоришь, что легкая. А вот снял пол хп, лучше молчать. Легкая, не легкая. Блять. Железное собрание тоже легкое. Робот тоже легкий, но что-то как-то не убиваете. Значит, это не легкое. Да там вообще все легкое. Вся уж да легкая. Убил кого-то? Нет, к сожалению. Жалко. Нет, шаман. Просто не понимаю людей, которые говорят, что все легко, а сами убить ничего не могут. Ну ты мне дай таких же челов, как я, 9 человек, я тебе пойду закрою все хаймоды. Да, ты что? Если тебе дать 9 человек, как ты расфантазируешь, что ты в 9 человек закрыл 25 хайм лича уже, так что... На деле ничего не доказано. Ну тут же, блядь, ты придумываешь, нахуй, не надо. Речь шла про ульду и про десятку. Ты уже начинаешь что-то хуйню. Ну хорошо, если дать... А, ну хорошо, вот как клонируешь себя 9 раз, так поговорим, раз я придумываю что-то. Ну, надо разворачиваться и стаки не проебывать, что поделать. Да, чел говорит, надо как от него убежать, надо разворачиваться и стаки не проигрывать. Один об одном, другой обо втором. Ну, есть скорость. Пассажир должен нажимать скорость, ты успеваешь уезжать и успеваешь... Не успеваешь. На стаках ты не успеешь от него уехать. Ну я же успеваю. Перед там... Ну ты 50% хп снес, а дальше он еще ускоряется. Остановку даже делают вот эту. Да мы убивали без остановки. Вообще. А, это ты убивал на цирпле? Все, извини. Это ДК GG, да? Или GL? Да. Все, я его замутаю. Понял. Раз это цирк. Крис. Чел, тебе, блядь, чел нахуй залетел. Боже. Я ж максимально спокойно. Фантазеры? Ну, факт. Дайте 10, дайте 9 человек таких, как я, и я закрою. Ну, это ж, ну, да, чтобы вот клонировать, Питер, только овечку только научились, к сожалению. Еще рано людей клонировать. Чувак, а что ты про цирк имеешь против? Сейчас целка, если выйдет, мы будем первым на сервере, который убьет лича. Увидишь. А-а-а. Циркуль, кусок мертвого говна, не работает ничего, к сожалению. Ты ему вот скажи, в каком году мы играли и где, чтобы он ебло заткнул. Примерно как Сирус, не сильно различается. Вы сейчас про лучший сервер в Вове, да? А можно сам? Пожалуйста. Я уже. У нас в рейде в одной паде турбо-ежик и турбо-пушка. Нормально, да? У меня вопрос. Мы идем в три холли паладина? Смысл, конечно, да. Азраила с пекой давай в этого. В ДС, а кого-то с пекой в Ретрик.
Действительно. Криво совсем. Да. Анна, попроси поставить Дживса, если он здесь. Чур я каски ваши. Рыбу ты писал? А, спасибо. По некоторых багается, неизвестно почему. Админы тоже не знают, на форуме уже делали вопрос, они говорят, неизвестно с чем связано. Стоял. Я тебе дам штруделей. Это норм, он так будет еще не раз делать. Я тебя как бы осквернили. Типа...
если вас кастует милити или кто-то, шипы, выбегите, пожалуйста, трейды. Не надо убивать людей. У меня есть... Фон, ну Джей-Джей от Адмирала. Он вчера хвастался, пусть он тебе скинет тогда. Это ДБМовская у меня есть, стоит. Я где-то скидывала её. Ссылку на Яндекс. Ладно. Это босс визжит от Депеса. Хапа отдалась. Нет, не меня. Ты видишь, насколько сильно мне надо? Ты просто видишь? Куда дальше лететь? Вот, ты мне, я тебе скидывала в личку папку Яндекс, ссылку на Яндекс Диск, и ты сказал, что это Details, у тебя там DBM стоит. Так это и есть в DBM, родной. Если ты хочешь видеть БР, то это DBM. Именно, чтобы у тебя справа писалось КД. Я тебе потом объясню, уж как забивать скиллы, ну, чтобы отслеживать.
Ничего. Понимаешь, короче, ДБМ, там есть строка босса, а есть настройки. Настройки открываешь, там есть КД заклинаний и умений. И напротив, включить таймер восстановления, Анечка. Так, сейчас я посмотрю. Сейчас. Фоманьте меня, короче. Включай. Вот. Открой снова. Выше подберу. Я открою. Листай ниже. Медленно. Возможно, скилл ID у тебя неправильный. Сейчас я посмотрю. Возрождение раз не показывает у тебя. Сейчас. 48 477. Так, дальше. Плеер. Там. Просто скачай вот, что я тебе кидаю. Или который джейл тебе сейчас скинет. Ча-ча. Ща. У него просто на русском, ща я скину. На, если чем-то поможет, он у меня просто на русском. А, вот-вот-вот, не то, там нету возрождения. Сейчас еще скину. Блядь. А, ты хочешь, чтобы я тебе полностью ДБМ скинул? А что, так не можешь настройки сделать, как тут? Но, чтобы смотреть, кто дал и в кого. А я, допустим, вижу, что Сарик давал Хеленку. Ну, в рогу. Я думала, у него никнейм Гиенка. Ну, Хинка, Хенка, я не знаю. Мы плюс 3 или плюс 2? Там архив слишком большой на ДБМ. Могу найти, если надо срочно. На Яндекс.Диск залей и скинь ему ссылку. Либо покупай премиум в Дискорде. Как это называется? Не то. Я ему уже кидала это. Что-то Войт сказал, что это детейл. Мне два раза говорить не надо. Он... Вот это... Меня убить не может. Не, я могу тебе полностью ДБМ скинуть, надо? Ну вот, ты видишь.
возрождение в пана от тебя. Кините сумон, когда там почистите. Глыбы видишь? Глыбы. Вот это не надо отслеживать, это разве что себя. Вот сейчас я начну частицу кидать на того танка, кто будет просаживаться. И хп, если моего не будет. А что сегодня вообще по рейдам? В РТ? Все, кроме Накса. Понял, спасибо. На завтра. Вот са закрыли, ОС пизду. И Лука. Я все-таки все равно кинул ссылку на этот ДПМ. Может, кому-то надо будет. Я ходил с пугами в ОС. Я 10 минут до того из Вергона били. Там такой был трэш просто. Никто не диспелил. Я пошел себе чайка сделал, короче. Сука, если он долбасит и долбасит его.
А когда вендоров добавят? Еще не скоро. Ну, с пухой зеленой, да? Пойду в льду с пухой зеленой. Я точно так же начинала. Не помню уже. Какой член? Лек, Лек, проснись и пой. Лек. Да, Нинил. Что не там? Не пуляйте, не пуляйте. Меня проснули. Thank you.
карта, Ваня, спи. Уже пиво пьет. Это все из-за того, что у тебя шея 226 с меткостью. Бля, где мои руки? Это руки 213 или 200? 13. Ну пиздец, как надо, надо, просто вообще жесть, ты видишь? 99, 80. Так а толку, что я ролю? У меня ИПГП самая низкая из всех. Ну, раньше ЕП нафармили, а теперь ГП мало получают. Добрый вечер, у меня вопрос, есть ли слот в рейд? Да, я не... Слава, вопрос не по теме, а когда будем закрывать этот ульду? 25-ку. 19.00, да, в воскресенье? Прошу, я проем на РТ. Я постоянно время втыкаю, чтобы сказали четко, я ж туговатый. Нас был 25-ка? Окей. Okay. Слава, слушай, а танки нам еще надо в гильдию или нет? Танки. Я просто пал пишет. Я сову, кому надо. Ой, давайте, пожалуйста. А есть тут.
Если кому-то гирь нужен, именно сок, я могу уступить. Орды проход Накс или Ока? Накс. Значит, зато без вас. Точнее, вы без меня. Волфет. Сарка, значит. Оставь Хривуд. Руду пособирать пока лечу. Здесь на платформах, кстати, летает, да? Ты давно здесь не был. Охер. Понял. Окей. Войд. Меня спрашивают, а Зарейл вчера вылетел? Не поутал ли? Ему дали ЕП. Давали ЕП отдельно. Я с ними жо. Ну хорошо. Угу. Так что клетка показывал. Войд, ПМ.
Да. Я не уничтожу вас за вашу меня ничто не ограничивает. Законы вашей драгоценной реальности тут неприменимы. В этом... Приступав сразу. Приступав дайте. Приступ не хватает, видимо. Чё насчёт? Что, как-то больно прилетает. Да, мы искру сейчас съел. Вы что, на приколе? Давай. А я же вам говорил насчет искры. Особенно креветка. Здесь меня
Это вообще так задумано, такой урон, чтобы влетал, или как? Не спорю. Ну, других пока нет. Звезда в... На печеньке звезда. Искра. На сакру дай. Ладно. Они, наверное, летали. Я затанчил. Не, ребят, не серьезно. Послушай, ну мы же вроде два, вроде ровных ДК, можно попробовать двойную перетяжку, как в прошлый раз сделали. Пусть раздупляются, что сделаю? Я иду таунтить. Искру, ну это вообще некрасиво.
Ром. Затаунчу. Детали. Затаунчу. Встаньте. Добивайте ее. Все ДД сюда, вы под искру становитесь. Косты надо сбивать, да, не забываем. Искра в трусах, не забудьте. Я побежу. Перед мордой босса. Затаунчила. Сейчас стан кину. Отведи. Стан, добивайте быстрее. Под мордой не стоять. Прям перед мордой иска появляется. Давайте быстрее разбейте, чтобы ДПС. Кинь ей нормальт. Дайте ей. Не могут быть эти ноги.
Вот на себя метку поставим, чтобы это получилось. Куда бежим? Я буду дамажить, что окей, Азраил. Урамбик, урамбикся. Мне дамажить или хилить? Азраил. Вот и ваши благодетели появились, но слишком поздно. Сил, находящихся здесь, хватит, чтобы разрушить этот мир 10 раз подряд. А что вы думаете? Отлетели?
было два варианта. 100% я прожму щит, но проебу стаки. Либо я обновлю стаки и, может быть, хотя бы в конце успею нажать щит. Я выбрал второй вариант. У меня было 20 стаков, когда еще никого не было. Я и так в рекаунте остался топ-7. Это с учетом уже ДПСа на драконах. Ну, если бы я проебал стаки, мы бы все равно не убили. Там в самом виде берсы было. Денис же Дора. Низшие создания, вторгшиеся сюда. Как жаль, что ваш ум не так силен, как ваша Мы когда сели на драконах, уже оставалось где-то 3 минуты, где-то 20 секунд до берсы. Это слишком мало, надо хотя бы 4 минуты. Надо ставить сферу на сферу, надо нахуй подводить босса так, чтобы милики могли бить в этих сферах. Так у нас нахуй прогресса не будет, мы не будем успевать убивать его до берсы. Мы не успеем, блядь, это... Ну, самое правильное, это на переводке как раз-таки просто, чтобы у нас сфера была. Там, вернее, не сфера, а это искра. В этот раз искра вот начала лететь, и мы в этот же самый момент перевели. Нужно было разлить и перевести после этого, тогда бы было бы все ок. Искра на искре стакается. Если ее грипнуть нахуй в старую искру, две искры будут стакаться. И если подводить еще босса нахуй, то милики могут дамажить в этих искрах. Почему это мы все не делаем? Я не понимаю, блядь. Мы садимся на драконов, у нас остается буквально 3 минуты. Как мы, блядь, за 3 минуты успеем убить на третьей фазе? Вот как, блядь? Да, он вполне за 3 минуты может убиться, потому что, блядь, стаки проебывают все вот подряд. Там стаков вот было больше 17, 4 человека только. Остальные 6-7 стаков, как бы, под конец боя, ну что за пиздец.
А по поводу искры и мили, очень важно сбивать косты, типа. Там несколько раз не сбивают, один раз промах и все, и пиздец. Все лягут сразу же. Смотри. Нужно, чтобы все 6 человек, которые у нас были, 3 ДК и 3 роги, все сбивали. И по очереди. Ну вот, обычная логика, да? Ты видишь, что у нас на третьей фазе есть траблы, что челы пробуют косты. Тогда почему не делать то, что я говорю? Чтоб милики вы скорее били, чтоб искру на искру ставить, чтоб у нас больше времени было на третьей фазе, где у нас косяки. Не? Логика здесь есть? Я дам вам шанс. Присягните на верность мне, и может быть я не уничтожу вас за вашу наглость. Ван, ты в Дисе? Мы тебя все ждем. Ты пишешь на всеобщем. Не понимаем, Тима. Можешь сказать? Ты даже не знаешь, что ты еще не